Так, продолжаем. А сколько нам... Ну, нам, конечно, главное, чтобы алюминий был, с другой стороны. Ну, правда, еще и танки. Блин, надо и в танки. Давайте, наверное, сначала в танки выйду, потом в радио. Японец кинул мир. Не, нафига тут? Не, у меня тут ремонт внешних. Этот шарик. Блин, не починил. Японец, ты либо прими, либо откажись, пожалуйста, а не держи предложение. Красиво тут лес сгорел. Ну, вот Камацу отваливается. Ну, это не серьезно, где у нас там Виктор? Да, ну угля, конечно, нормально. Угля нормально уходит. Да, задание, от задания для Балуни какое? Заповедник. Не, я это не буду выполнять. Извините. Блин, я мониторы города обратила. Блин, придется апостола и это делать. Как ее? Инквизицию. Ой, нет, там. Бля, и тут вулкан. Ладно, все, тогда поставлю.
Ну вот и что тут строить? Так, 9 ходов, но должен выйти в золотой век. Так у меня есть. А, так у меня есть. Я могу следующим ходом Болонию присобачить. Конечно, пригороды немножко опасненько строить, потому что их могут использовать для поднятия восстания против меня. Да, пожалуйста. Да. Успел походить. Кто там союзник Болонии? У кого? Кэт, Феонор. Подорвем пуканы, так сказать. Каково предложение? Красиво. Чуть-чуть не хватило. О! Ну и нафига я тут починил? Блин. Так, ну... Алюминия у нас... А, у нас еще и сразу капает. Зашибись. Ховайтесь, девки, у Бульбу. Гал будет... галлировать. А там Нуби реальной религии совершенно не может победить. Хотя там нет. Синтоизм, да, наверное, нет.
Феонора Болонью вернуть. Верни ее, Болонью, если можешь. Не могу. Кто ее забрал вообще? Уголь заканчивается, мне не очень нравится. Нет, условия религиозной победы каждое, чтобы у каждой цивилизации было обращено 50% городов в эту религию. С ураном. И уран есть. Ну. Кто-то повис на нем сливой. Блин, жалко, не убил. Но он уже не работает на эти юниты. Я думаю, имеет смысл вот так сделать. И... Котик тут просто такие кренделя выписывает, чтобы вы донатик прислали, чтобы на него посмотреть, но никто не хочет. Так и не понял, честно говоря, зачем японец на меня напал. Так, а Сидзоку тоже кто-то? Там испанец, что ли, с другой стороны? Ясно. А им, Феонор, не хочешь выразить? Вот что Испания берет Сидзоку. А он уже воюет. А? Он уже ему войну объявил. Потому что они в союзе с Японией. Он не объявил войну, это автоматом объявилось. Блин, сколько много всего происходит. Thank you.
Блин. А инквизитора... А почему я не могу инквизитора тут нанять, извините? У нас же есть священное место тут. Ну, нефть, это не страшно на самом деле. Мне нефть уже не нужна. Ты ж только что меня гнобил, что я японца забираю, который сам на меня напал и которого я не хотел забирать. Я вижу мощь Испании. Она Нуби остановила. Не особо. Довольно сильно пограбил. Надо времени побольше. Я поставлю динамический таймер, потому что ничего не успел. Поставь. Пил гай-чай. А чё там у испанца? Кто-нибудь в курсе, какие ресы у испанца там? Куча которых... Вот у него жемчуг есть. А, нет, у него мало, нет, подождите. Что это только у него? Ну, давай. Так, ничего, кстати. Интересно, почему? А игрушки можно забанить? Интересно. Гляньте, игрушки можно? Нет. Жаль. Ну, как давайте теперь международные торговые пути хотя бы испанцу забаним, можно? А у меня и так ничего нет. Единственный, с кем я торговал, это Ноби и японец. Хорошо, а какого ресурса нет у испанца, чтобы за него проголосовать? Какой-нибудь Михаил есть у него? Есть. Янтарь есть. Алмазы. Во, алмазы, кстати. Гипс. Японец мудро поступил на пай. Да, и в чем мудрость была? Просто надо нападать на Халецкого всегда. Вот сидит испанец, ему никто ничего не делает. Никто. Он сидит тут, забирает Сидзоку сейчас. Сидел там, еще что-то делал. Тут я напал на Рим, который сам его спровоцировал. Чай прошел. Ну, у нас чая тоже много. В принципе. А, серьезно, это, ну, это не распространяется? На что? Да не, ничего. Тишь всем клеткам. Такую фигню постоянно великих людей беру. Так, вот, по-моему, где-то
Или не было каравана? Минус 250 к индуизму, плюс 20 к иудаизму. Да, уголь закончился, к сожалению. Но мне реально его негде взять. Просто негде. Может, у... Это угольная электростанция. Это... Во, уголь будет у Токио. Зашибись. Тут у меня алюминия просто завались. Чё за был фильм? Чтоб я Кабул вернул. Ну ты этого, конечно, не сделаешь. Ну, конечно, нет. Я уже дальше города захватил за Кабулом. Я так и знал, что Испания там проголосует. Не хочешь посадить гавернера какого-нибудь? Что? Такамацу не хочешь никого посадить? Ну, имею в виду... Я в Такамацу... Блять, я это не учел. Тебе повезло. Японец. Что ты в союзе будешь с японцем? Танчики едут. Блин, даже с Виктором так нехило отваливается. То есть мне надо Токио брать. Thank you.
Фу. Подожди, у меня ж вроде уран обрабатывался уже. А, нет, надо обработать. Ой-ой-ой. Согласился. Блин, мне надо карточку поставить, которая больше набирает. Японец готов на мир. Блин, японец, мне теперь уже Токио надо брать. Что ж ты раньше? Мне Токио надо брать из-за угля. Я был готов мириться, когда Кабул забрал. Такамацу и Кабул. Чем ты его грабишь? Там у тебя невидимый скаут, что ли? Это я японцу. Он мне грабит, ну, его бывшее священное место, но не видно чем. Мне просто пишут, что разграблено. Блин.
Господи, что там? Нового времени, а танк какого? Нового времени. Эм, современные танки, вот они. Сильно отваливается. У нас два хода до золотого века. Ну, нам надо токи убрать, потому что тут уголь хотя бы. Мы без угля очень проседаем по науке тогда. Да вообще по всему. Но, ну, с другой стороны, надо еще в современный танк выйти. У нас нефти, правда, с другой стороны нету. Надо ли нам современный танк тогда? С алюминия зато много. Может, лучше вертолет? Ладно, давайте откроем космопорт сначала. Не знаю, что он мой танк не атакует.
Я потопал спать. Всем спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Это японец у нас. Так, что там в золотом веке брать? Три столицы осталось. Но на самом деле нет. У нас же 8 начинало, а я захватил только 2. Так что осталось еще 5. Тяжело, корпус, конечно, бьется. Ну, к созданию юнитов надо брать. Villains. Митла, Маскат и 5 Канди, Кардив. Ну, мне, кстати, ну, я даже не знаю. Ничего из этого особо. Кумаси, вот, конечно, культуру много дает. Подожди, а если Митлу засоюзить? 50-15%. Ну, у меня тут все выросло. В принципе. Так, я вот тут хотел карточку поставить на уголь. Вот так. Вот строители, наверное, тоже можно поменять на что-нибудь. Хотя, что тут ставить? Гавани. Давайте священки. Плюс 7 науки вход всего лишь.
стукать железо селитра, я думаю, можно. Ну, Господь не запускает. Ну, ГГ, и все. Если честно, же. Ты что, ее планировал останавливать, а не меня? Не получилось там. У нее уже сталь была открыта. Блин, по 10 тысяч накопили уже Шветы и Испания. Феанор, предложение. Конечно, для военной все столицы надо. Рудник, рудник. 9. Так у меня должно 12 накапливаться с карточкой. Но следующим ходом, наверное, будет. Что тут пишет 9, как будто накапливается. На самом деле должно 12 накапливаться. На что там еще карточка? На нефть, что ли? На нефть у меня... А, на селитру. Селитру тем более у меня... Мне уже селитра не нужна. Я не знаю, мне куда-то надо сюда. Мне никуда не надо здесь. Так, какой у меня город самый? 104. Ну, столица, очевидно. Кажется, у испанца благодаря его караванам больше производства, чем у меня. Там прям мощненько. Довольство из-за войны, мне кажется. То есть Кумаси кто-то у него перекупил, он потом обратно его перекупил. Ясно. Ой. Блин. Ты не скликнул. Блин. Просто реально случайно.
Блин, все, даже тут минус 3,7 отваливается даже с золотым веком. И хоть Япония в темном, прикиньте. While I nodded, nearly nap. Или не тратить на эту уже религию. Там в Испании все, конечно, круто. Восемь, девять, десять, одиннадцать. У нас побольше, но мне кажется, у нас производство меньше за счет. Ну, у него за счет караванов его. У него караваны должны очень неплохо производство давать. Паскат кто-то перекупил. Японец, ясно. Феонор, убери, пожалуйста, у тебя летучий отряд около Позарыка стоит, мне там пройти надо. Спасибо. Не понял, куда у меня зенитка исчезла. Убил я ее. Не, она стояла за
танком. Ну, я ее атаковал и убил самолетами. Приоритетная цель, знаешь такую штуку? Ну. Не, не. Вот, окей. Подожди, или ею нельзя пользоваться? Вот, и Феонор пишет. Блин, слушай, я решил... Я что-то реально вспомнил только сейчас. Я просто решил, что это типа способность истребителя. И типа истребитель может с зенитками разбираться. Типа я истребителем убил зенитку. То есть ее вообще запрещают? То есть вообще ею нельзя пользоваться? Даже истребителями? Ну, сорян. Но я тут не убил никакой юнит испанцу. Так подожди, а тогда с зенитками типа никак нельзя разобраться, что ли? Ну, только наземкой. А? Бьешь. Наземкой только. Ну, это тоже какой-то прикол. То есть ты полностью защищен от самолетов тогда, получается. А я ничего не могу сделать. Так это и называется баланс. Кое-кто вначале говорил то, что когда выходишь в самолет, это ты сразу тебя выиграешь. Но нет. Такая зенитка, хорошо. Если я атакую вот юнит, защищенный зенит, зенитка получает какой-нибудь урон? Нет, она вроде как юнит поддержки. Так а как зенитку убрать? Убиваешь юнит наземный, если наземным юнитом, да? То есть ты строишь эти воздушные юниты, но ты должен убить зенитку только наземные. А зенитка при этом у воздушной юниты, и причем у зенитки нету, вот, например, в пятерке у зенитки была, ну, одна зенитка, у нее одно действие. То есть вот ты одним самолетом протаковал, зенитка отбилась. И все, она дальше не работает. А тут ты одну зенитку поставил, и что, у меня 6 самолетов об нее убьются, что ли? Это баланс, по-твоему. Так зенитка действует только в одном радиусе. Ну, ты поставил вокруг нее все юниты, и что? Я хочу вот уран. Ты ремонтируешь уран, правильно? Мы же за него бьемся. Да. То есть, в чем прикол? Я понимаю, если бы зенитка один раз срабатывала, да, согласен. А так она стоит и никакого урона не получает. В любом случае, правило придумано не я, понимаешь? Я не знаю, я просто не помню, какого конкретно правила. Я тоже не знал вообще об этом. Ну вот сейчас просто ради интереса сейчас проатакую. Вот ты защитил зениткой. Только внешне, да. И как? Поранился? Да, да. Поранился. Не, ну это... Это странно, ты ставишь один юнит, который постоянно работает. Круто. И его нельзя убивать, хотя есть для этого вон этот. Специальная штука.
По-моему, баланс, вот я понимаю, ты поставил зенитку и, например, рядом с ней зенитку, чтобы я, если эту атакую, то получал бы урон. А то поставить один юнит, который защищает все, прикол. Космопорты еще строит. Нет. Ребят, такой вопрос. Хотите доигрывать до конца? Просто игра будет долгой. Ну да, а смысл мы тут сидели? Тоже верно, мне просто завтра в универ. Сели поиграть. Так может таймер поставить быстрый, а не вот это? Да, попробую. Сейчас, это у нас какая сейчас эпоха идет? Ну, 150. Новое время. То есть это... Я просто рассчитывал то, что игра закончится раньше. 60, обычно так 90, 120, 150, 180, 210 ставь. Так, а вот сейчас я проатакую типа зенитку вот этой приоритетной целью, которая, ну посмотрим, типа рядом зенитка, я вижу, у тебя тут рядом стоят. Угу. Нанесет ли урон рядом с зениткой ей? Ну да, только одна умрет. А, не наносит. А, интересно. Не наносит. Не, пожалуйста, наземные юниты. Тут получается, что я должен только наземными юнитами воевать. Я не могу воздушные... То есть у меня просто полностью выключены воздушные юниты, нет? Не так? Получается... Вообще тут побережье начало тонуть. Сейчас
чуть-чуть. Наш гриб из этого... Да. А я компьютер вот только сейчас нашел. Где логистика, блин? Там у тебя на стриме еще кто-то живой есть? Да, 100 зрителей. Ничего себе. И на Твиче еще 30. 130. Полководец на эту эпоху стоит. И против иноверцев еще. Кстати, иноверцев и мне бы было неплохо поставить. Блин, а где там... А, в идеологиях как раз. Задолбала Япония у меня маскат перекупать. Он мне счастье дает. Го Испания мир. Там швед как-то разогнался. Не могу, извини. Я спать хочу. А думаешь, заснешь? Надо заканчивать понемногу. Так, пока на этом серию закончим. Так мы никуда не продвинемся. Лайф, спасибо за $10. Да, пока не спим. Stay alive, stay alive. Фу. Интересно, где современные самолетики?
тут не видать. Но мы не 4 часа играем, мы играем 7 часов.